Хеллоу всем, приветики. Так, надеюсь, все работает. Спешу сказать, что сегодня у нас небольшие изменения. Прям где-то за какое-то время до начала стрима мне пришел ключик от одного разработчика в лице одного человека. Это чувак, если я сейчас найду его имя. Я не знаю толком откуда он, но указано как базируется в Орландо, Флорида. Вот, фирма его, как это назвать, корпорация, фирма в лице одного человека, Zoxide Games. Где же его имя-то? Только что видел. Не вижу. Все, потерял. Блин. Вот как так? Весь день сегодня ковырялся в этой теме. Постоянно мелькало его имя, этого чувака. А теперь я его тупо не могу найти. Его зовут Ник Петит. Либо Ник Петит. Петит. Не знаю. Как-то так. Вот. Он разрабатывал и закончил, я так понимаю, игру под названием Neptune Flux. Flux. И что-то в этом роде. В целом, вкратце так про игру немного расскажу, что смог вычитать. Игра в целом типа как история повествовательная, но при этом с открытым миром. И нас там ждут приключения в стиле SCI-Fi, типа того. Ссылку на Good Game. Тайгер, будь самостоятельнее. Давай, находи сам ссылки. Все они есть в Твиче и везде, где захочешь. Либо добавляя в избранные. А на Good Game, кстати, может стримы не будет работать, потому что там нет этой игры, и пока ее не укажешь, стрим типа не запускается. Либо вот что-то в этом роде, я не знаю. Тут, то есть, обязательно надо указать название какой-то игры. Но игры моей здесь нет, которую я сейчас хочу транслировать, поэтому я не могу ее указать, из-за этого я не могу сохранить заголовок, из-за этого тупо ничего не работает. Сейчас хочу транслировать, поэтому... Нет, стрим идет. Это хорошо. Спасибо, Грейдигер. Привет тебе. Спасибо, что скинул ссылку. Кстати, там все нормально работает, просто без названия. До этого у меня не хотело работать. Ну ладно, главное, что оно заработало. Самое главное. В общем, Ник Петиту огромное спасибо за предоставленную возможность сыграть в его игру. Игра выйдет в Стиме 15 числа. То есть, грубо говоря, через 4 дня. Вот. И он нам предоставил возможность в нее сыграть заранее. Продемонстрировать ее и показать людям, что она себя представляет до того, как она появится в продаже. И для себя решить, нравится она нам, не нравится, играть, не играть. Все в этом роде. Так вот. Открытый мир, приключения типа в стиле научно-фантастического океанического. И... Да, Грейдигер, у меня New Style Epic Haircut. Да, постригся чуть-чуть. Я тут окончательно. В смысле? Что, пропустил? Ну, пропустил... Не знаю, что ты пропустил. Как тебе рассказать? Вступление ты пропустил. Да. Да, у меня новый хэркат. Тут коротенько, тут много. Что-то новенькое надо попробовать. Мне нравится. Так вот, про игру дальше. Здесь в игре происходит... Короче, дофига тайн. Дофига красивого. Будем исследовать дно океана, типа того. Вот. История такая. Мир над водой. По сути, пустыня, да? Пыльная пустыня, в ней невозможно жить. И сбежать с планеты невозможно. Люди ищут способы выжить под водой. В остатках жидкости, так сказать. Типа того. То есть, это последняя надежда для выживания нетронутой экосистемы морских глубин. И всем этим занимается корпорация под названием Аква.
Аква, сокращение. Давай, Грейвдиггер, но обязательно возвращайся. Встретиться с моим тиммейтами лицом к лицу. Где встретиться ты собрался с тиммейтами? Такс. Что там еще? Они, эта корпорация является мировым лидером на рынке в области подводной колонизации. Название игры Нептун Флукс. Нептун имеется в виду не планета Нептун, а в плане, что связано с водой, сколько идти будет стрим. О, лорди, привет! Молодец, что заскочил. У нас сегодня новая игра. Ее еще пока нет в Стиме, она будет только 15 числа. И с нами разработчик поделился ключиком для пробы. Будем смотреть, что это такое. Присоединяйся, посмотрим вместе. Стрим будет идти, я думаю, максимум до 9 часов. То есть я рассчитываю примерно на такое время. С 18 часов по Москве до 20 часов. Но, как бы, это основное время, 2 часа, да? Но в целом я хочу еще продлить до 9 часов. Чуть-чуть подлиннее сделать стрим. Вот такой план у меня сегодня. Так вот, в этой корпорации мы, типа, представляем себя... Мы берем роль Сары, работница, сотрудника этой корпорации под названием Аква. И нам поручено найти источник странных энергетических скачков напряжения, которые разрушают, ну, мешают нам, нашей корпорации, развиваться и работать. Колонизировать дно. Типа того. Мы будем проводить миссии, исследовать морское дно, искать секреты и так далее. И вникать в сюжет. В целом игра сюжетная, с небольшим открытым миром, все в этом роде. Как-то так. В игре есть поддержка VR, полная поддержка геймпадов всяких родов. Притом VR поддерживаются еще от PlayStation. Ну, то есть различные модели очков. Эта версия игры его не поддерживает, да у меня очков-то нет, так скажем. То есть в будущем все это будет реализовано в самой игре. Так, зарубежная цена 20 баксов на игру. В Steam может быть подешевле, когда появится. Так, что еще рассказать про нее? Ну и все. Спасибо огромное Нику Петиту за предоставленную возможность сыграть в его игру. Надеюсь, вам понравится тоже. Канализируем дно моря, возможно, встретим моих тиммейтов. Каких тиммейтов-то? Я рад, если мы их встретим, но что за тиммейты? Что-то я туплю. Ладно. Почитали, рассказали про игру. У них, кстати, очень прикольный сайт. Мне очень понравилось, как сделан. Сейчас даже открою его. Покажу на экране. Ну, мне понравилось. Примерно так он выглядит. И когда прокручиваешь, то есть фон трехмерный. Классно. Довольно оригинально сделано. Как-то так. Ладно, и давайте мы перейдем к генерации раки-крабы. Тайгер. Вот о чем. Да ну, завязывай. Никакой ты не краб, никакой ты не рак. Не, если хочешь, конечно, будь, но я так не считаю. Сегодняшний бонус у нас будет равен... Это сбой или это так реально сгенерировал? Не, пускай будет 31. 17 как-то странно. Та-дам! Я на грани. Держись, держись, Тайгер! Никаких раков. Все окей. Все будет как надо. Окей, кстати, в Ревлоботе у нас добавлены новые фишки. А именно, какие фишки у нас тут добавлены. Квест тайм, недавно предложенный. Задайте мне задание, получу вознаграждение, если я его не выполню. Задание должно быть возможным к выполнению. То есть сложным, но реальным. Если что-то невозможно сделать, добавить, ну, типа, делать так-то, так-то, это реально невозможно, либо очень сложно, очень, то это не приветствуется. И Make it rain. Дать бонусные настромики всем в чате. 30 настромиков. За 3500. Пока так. Действует этот редим 30 минут. Ну и всякие виды модерации тоже добавлены на приобретение.
в ограниченном количестве. Так что желаю вам накопить, приобрести и быть тем самым обладателем. Так, где у меня выключается вот эта штука? Сейчас. Опс. Все. Что ж, давайте запустим, приступим и начнем изучать. Честно, я про эту игру мало чего слышал. Был просто как краем глаза, как это назвать-то, блин. Один раз услышал, подписался и немного участвовал как в обсуждении. Чуть-чуть, вообще прям вот каплю там что-то ляпнуло и все. Но вот разработчик, видимо, решил нас порадовать. Ладненько, нет, отмена. Нам нужен режим Big Picture. Геймпад поддерживается. И будем играть полноценно. Такс. Нептун Флакс. Полная поддержка геймпада. 10 достижений. Карточек пока нет. Кстати, насчет карточек. Мы до этого когда-то проходили игру. Она называется Какой-то хоррор такой индюшный. Ну, индюшный в смысле простенький. Карточек не было, но сейчас их туда добавили. И мне просто они как пачкой выпали, когда их добавили. Стоимость идеи понизилась или показалась. Цены изменились. Цены изменились. Я не помню, где выше стали, где ниже. Смотри. А, стоимость идей. В смысле, предложить идею. Да, стало ниже. Потому что, ну, не знаю, я захотел сделать их чуть подешевле. Чтобы люди чаще предлагали. Как-то так, не знаю. Кстати, у меня здесь какая-то штука. Какое-то сообщение в стиме, что ли. Что-то я до него добраться не могу. Что это? Ну, вот геймпад вместе с этим. С мышкой вообще работать не хочет. Конфликтует, что ли. Обновление для Steam. О, прям целое обновление для Steam. И какие-то игрульки. Но это все фигня. Нет, сейчас я перезагружать Steam не буду. Не думаю, что из этого он будет плохо работать. Просто запустим игру. Играть в Neptune Flux. Запустить в режиме виртуальной реальности. Запустить Neptune Flux. Флукс. Я не знаю, как правильно произносить. Кто-нибудь мне подскажет? Дефляция? Может быть. Запустить в другом режиме виртуальной реальности. Нет, просто в игру играть. То есть можно запустить. Хотя я на сайте читал, что игра на старте не будет поддерживать виртуальную реальность. Не знаю. Флюкс. Это вроде флюкс. Флакс. Просто вот это вот этот символ иногда читается как какое-то, не знаю. Нептаун, типа того. Блин, я не знаю, я честно ничего не могу сказать. И, кстати, вы видите игру уже запущенной. Сейчас, one second. То ли OBS сразу я подхватил, то ли я что-то пока не врубаюсь. Любого полноэкранного из приложения. Ну, он довольно-таки неплохо я подхватил, кстати. Ну-ка, вернемся. Сразу по звукам, по... Оверлей видно, кстати. Нет, оверлея нет. По звуку, по настройкам, по всему подобному вы мне сразу говорите, все сделаем. Что это тайгер за цифры такие? 5000 минус 1422, 3588. Это сколько тебе осталось, да? Окей. Ладно, версия первой игры. Смотрим. Я честно не знаю, что это. Another, Alex, told me stories about the world that once was. Blue skies, fresh air, wild animals. But that's all gone now. The entire planet fell victim to ecological disaster. Today, warring nations battle for control over the last remaining scraps of fertile land. But as the oceans continue to rise, their fight means less every day. An escape into space is out of reach. Now, humanity's last hope is the untouched ecosystem of the deep sea. Aqua is the global corporation tasked with building a new society. Cities under the ocean that, with some luck, will shepherd us into the future. That hopeful future is all I've ever known. Mom worked for Aqua, and as soon as I was old enough, I joined up too. Working with her wasn't so bad. I even enjoyed it.
She always found a way to make it fun. She protected me from the harsh reality of this new world. I don't know how, but she did it with a smile. All that changed a year ago. Mom stole a dive pod and went missing. We searched for weeks, but she was gone. I left for the surface after that. But when I saw the desperation for myself up there, people starving, fighting, and dying for what would soon be gone, how could she turn her back on the future we were building together? Why would she leave me? So here I am, back again, back in the deep. What can I say? It's home. And lately, I haven't given my mother much thought at all. I just want to get back to work. По поводу чата, момент один, сейчас поправим. Я знаю, Тайгер. Aqua base to Neptune 1. Sarah, you didn't fall asleep again, did you? No, I'm here. Neptune 1 reporting. All systems nominal, command. Roger. Sarah, can I say that I'm so glad you decided to return to Aqua? Your mother's disappearance was hard on all of us. I want you to know that. Alex was one of our best recruits, just like you. But hey, it's a new day in a new sector, in a new world ripe for colonization. I couldn't ask for a better first citizen. Yeah, that's a real thrill, a real dream come true. But if you don't mind, Command, what's the brief? Then that's why you're my number one. Let's see. Looks like an anomalous energy surge has disrupted our primary desalination pump. We need you to manually reroute the flow to the secondary pump. Would you like me to review the reconfiguration procedure? I really do love reviewing procedures. It makes me feel like we're... Nah, I'm good. I'm sure it'll come back to me. Only done it 100 times before. Короче, здесь кого-то кнопки меню нету. Очень странно. Ну ладно. Так, что вы там написали целую кучу пяти? Ну-ка. Я не знаю, где именем. Где-то пропал, видимо. Бедолага. Я... Да мне кажется, все знают про этот, про эту штуку. На Humble Bumble. Dirt 3 можно себе заиметь бесплатно. Чата не видно, сейчас попробую поправить. Я не знаю, почему его не видно. Возможно, где-то в UBS он у меня потерялся. Вот. Все. Он был просто в слоях ниже игры. Пардон. И вот так сделаем. Опять я что-то сделал не так. Вот так вот. Нет, теперь все в порядке должно быть. Да. Так, ладно. Хотел кинуть. Ну вот не кидаются ссылки. У меня не получается, Тайгер. Ты так больше не делай. Ничего себе, на старте сразу богаче. Да, как же без денег-то, Грюдигер. Богатство надо. 22 штуки. Либо $22.855. Я не знаю. Короче, океан. Управление здесь немного непривычное для меня, который уже привык к сим-контроллеру определенному. О, привыкнет, думаю. В целом мы типа в батискафе, как я понял. То есть мы не человек, как бы. Ну, мы человек, но мы сидим в этом... В капсуле, которая может плавать, там ездить. Так, док. Я могу в док заплыть? Так, это вниз, вверх. По осям, окей. Так, Аквабейс. Ресток Плеерс. $300. Ресток Буст. 2500, ничего себе. Сонар Ревифт. Рефит. Ремув Сонарс Энерджи Кост. Ничего себе цена. Игра на английском, с английским у меня проблемы, так что при возможности, ребята, что-то понимаете, пишите, я не окажусь. Если второй вариант, то это неожиданно. Да, уже. Ну, короче, мир уничтожен, мы тут выживаем как-то, я так понял. И суть игры в том, чтобы зарабатывать бабла и, короче, чтобы все было четко.
Laser diodes. Лазерные диоды. 252 тысячи баксов. Вау! Вау. Такс, нет, не надо. А, ну мне денег не хватит, слава богу. Такс. Ну-ка. Поплыли куда-нибудь, не знаю. Итак, мы можем плавать. Это станция, где мы, типа, швартуемся. Наш дом, типа. Музыка прикольная, но если вам громко, ребята, и меня плохо слышно, вы говорите. Я сделаю себя погромче, игру потише. Игра делалась одним человеком, да. Музыка там, графика, еще что-то. Ему, конечно, помогал кто-то наверняка делать. Но в целом идея и разработка была у одного человека. Как бы так. Сразу говорю, что он ни на что она не претендует, на сверхъестественное. И судить строго мы ее точно не будем. Так, у меня проблемы с инглишем, ибо у моей кошки лучше получается. Ну тогда будем этот, попросить твою кошку нам помочь. Короче, мы водяные какие-то изучатели. Медузки плавают. Прикольно. Не, все-таки вначале ты бомж, как и полагается. Ну, деваться некуда. Ты видел, какие там цены, да? 200 тысяч, 300 тысяч, а мы тут 22 тысячи. Фу, бомж реально какой-то. Так, что это такое? Это какая-то energy source. Так, что мы можем с ним сделать? Я должен с ним что-то сделать. Она что сказала, но при этом я не забыл прочитать. I should probably try to expand the wave grid. That vent looks pretty active. Perfect spot for a grid node. Короче, хорошее место для организации чего-то там. Вот. Но для организации, я чувствую, нам что-то нужно будет сделать. Ой, кажется, я их напугал. Эй, ребят, вернитесь. Простите, я не хотел вас обидеть. А здесь у нас неполадки. Primary desalination pump. Even when these things are brand new, they don't work right. Этой игре реально не хватает хотя бы титров. С моим знанием это все ужасно. Так, наверняка как-то можно... Я могу выбирать, да. Что это? Yeah, that sounds bad. Это звучит плохо. Even when these things are brand new, they don't work. Я нашел кнопку паузы, по крайней мере. Тут обучение есть? Тут нет никакого обучения, я так вижу. Вот, мы и сразу попали в игру. Даже в меню не было никакого выбора графики или настройка звука. Резолюшена, окно, не окно. Просто начать игру. Начали, играем. Скажи, что как себе сделать. Да. No energy resources nearby. Короче, тут мы предоставлены сами себе, и нам пояснили совсем немного. Ты что, ударился, типа, звук такой был? Камера очень странная. Ну, наверняка тем, кто играл на всяких Xbox-овских, на PlayStation-овских геймпадах, им это удобно. Но мне непривычно, особенно то, что у меня тачпад вместо вот этого вот дипада. Так, куда нам плыть? Ладно, сплаваем сюда. Здесь какое-то поле. Что за поле? Можем сюда выплыть? Сейчас так вот с дрейфом попробуем. Слушайте, я смог. Это что, защитный купол нашей станции, обсерватории, подводного города? Звуки странные. Я, кажется, понял. Чтобы починить эту штуку, нам нужно сейчас будет выполнить небольшой квест. Да, соединить все эти штуки, верно? Думаю, да. Если, конечно, нам не придется искать каких-нибудь трубок. Да, повернуть. Сейчас как повернем. О, да. Слушайте, а мне нравится. Такие всякие мини-квестики, они всегда давали играм, не знаю. Какой-то вкус, какой-то интерес. Простенько, но заманчиво. Плаваешь себе, делаешь что-то. Симулятор голубя будет неудобен, ибо он... Они видят на 30. Да, могу представить. Ведь наверняка можно в интернете найти изображение... сделано через линзу, которая захватывает 360 градусов, да. Не, ну у голубей уже вроде есть какое-то... Как это сказать? Слепые места на затылке и на клюве. Там есть такие, как бы, полоса такая, которую они тупо не могут видеть, глаз не позволяет.
так, да, они захватывают довольно-таки большие объемы видимости по краям, по бокам. Ну да, это будет проблематично в такое сыграть. Так, и что нам делать-то? Что делать-то? Помогите кто-нибудь. Тут я все соединил. Реально чувствую себя чуваком, который управляет этим... Как его... подводным агрегатом каким-то. Немного непривычно. Так, я все соединил. В чем дело? Почему не работаем? Ну, наверное, этого делать не надо. Может, просто его отрубить? Давай отрубим его нафиг. Я пока не до конца обрубаюсь, что здесь нужно сделать, честно. Так, и что с ним стало? Ничего, он просто вырубился. Точнее, мы отключили, но ничего не произошло. Уже просто несколько мониторов. Вокруг мониторов наставит. Yeah, that sounds bad. Окей. Мне не хватает мозгов, ребят, если что, помогайте. Тут что-то надо сделать, и я не могу пока врубиться, что. Давайте подключим это обратно. Может быть так. Да нет, его так же колбасит. Жак и в кусто. Да. Всегда, кстати, в детстве любил его передачи смотреть. Правда, эти подводные изучения, всякие ныряния. Всегда прикалывало. Так, что там? Мозг, ну-ка работай. Что здесь делать? Здесь ничего? Нет. Ну, мы ударились чуть-чуть. Да, это звук нашего корпуса. Так, ну-ка работай, штука-дрюка. Может, все подключить как-то? Ну, давай, я не знаю, подключим вот это вот. This isn't working like I remember. Она сказала, что это типа не работает, если я правильно помню, или что она сказала. Они вообще гаснут, если их повернуть в самое невыгодное положение. I need to find a way to reroute these desalinators. Я понимаю, что надо найти путь. Ладно, фиг с ним, поплыли куда-нибудь. А что, может его нажимать надо? Нет. Хотя я вроде вот нажимаю кнопку использовать, что-то мерцает. Без понятия. Здесь есть какой-нибудь? Back in the saddle. Reroute the water intake to the secondary pump. Secondary desalination pump. Так, а нам какое? Secondary pump. Reroute the water intake to the secondary pump. Перенаправить воду вот в эту штуку? А так как называется? Я, кстати, могу быстрее плавать, нет? Как-то ускоряться может. Блин, какое непривычное управление вот этого смотрения. А это какая? Primary. Короче, я понял, вот эту штуку надо отключить и соединить все в одну цепь вот только с этой помпой. Тип трубы от базы провести к сломанному. Да, я сейчас пытался это сделать. Я это сделал, но ничего не заработало. Но я сейчас почитал задание. Тут вроде как я понимаю, написано все перевести на только вот на эту штуку, на вторую, на secondary. Или не сломанному. Ну вот сейчас будем пытаться. Соединить все так, чтобы вся цепь работала только без сломанного. This isn't working like I remember. Ну-кас. Попробуем так. Сейчас еще вот это развернем. This isn't working like I remember. И... Ага. Теперь осталось только соединить все это с базой.
Так, мозг, давай. Работай, мозг. Нет, это тупо. Neptune 1 to Aqua Base. Desalinators have been reconfigured. Good work. That should keep it stable. For now, at least. When you're ready, I have another assignment ready for you. Busy morning. Is there any other kind? Looks like a critical military shipment was lost at sea yesterday. A recovery effort from the surface could draw unwanted attention. So were the military's gophers now, too? Not only that, the container is constructed using some kind of stealth tech. Proprietary. Very valuable. All that's to say, you'll need to use your sonar to see it. I'll let you know what I find. Excellent. As usual, any stray hardware is yours to scrap. They're only after the container. Первый квест. Да, мы сделали это. Отлично. Эй, победа. Не знаю как. По-моему, я даже, когда оно встало на нужное положение, переставил потом на неправильное случайно. Ну ладно. Так, мы должны сейчас что-то найти. Find and declock the military container. Найти какие-то контейнеры военные и что-то с ними сделать. Реклок. Перепрятать, что ли? Ладно, надо использовать сонар. А вот и ты. Контейнер. Ну, отлично. This is a shipping container, but I don't think it's the cloaked military container I'm after. Окей, это не те контейнеры. Это не милитари контейнер, точно. Так, сонар, отрубись. Отрубился, слушай. Какой покладистый. А теперь включись. Я просто кнопку нажимаю. Нет, прикольно, кстати, плаваешь себе. Она, знаете, какая? Так, я могу уплывать, да, за пределы? Надеюсь, что да. Нельзя. Нежелательно. Возможно, позже можно будет выплыть. Когда у нас будет вот эта вот батареечка. Магия. Magic. Знаете, как этот мужик-то? Magic. Ладно. Отправимся искать милитари контейнера. Эминем пришел. Я уж думал, тебя сегодня мы не увидим. Как твои дела? Где был? У нас игра под названием... Neptune Flux. Flux. Будем называть ее Neptune Flux. Давайте так. Чтобы не ломать себе головы. No existing wave grid using battery power. А у нас нету пауэра особого. Где же нам найти-то? Давайте поднимемся повыше. Игра такая более медитативная, чем экшен. Но это прикольно, этих таких игр очень не хватает, скажем. Так, а это что за контейнеры? Я позволю себе выплыть и посмотреть, что это за контейнер такой. Collect Antique Crate. О, это баксы. Ребята, надо контейнер собирать. Не ожидал стрим. Ну вот, не ожидал, а надо было следить за новостями. Тайгер, к примеру, сразу пришел, Грейвдигер потом прям, ну, после, к началу подтянулся. Значит, ребята как-то отследили это, нашли, увидели. Я объявил о начале стрима где-то за час-полтора. Найс. Грейвдигер, смотри, мы богатеем, деньги. Yes. Но при этом садятся батареи. Давайте-ка мы вернемся, наверное, в зону покрытия чего-то там. Не знаю, под купол этот, чтобы... Опа! Ну-ка, давай, еще чуть-чуть. О! Я понял. Короче, это электромагнитная какая-то фигня, и мы от нее получаем энергию. Так, ладно, будем искать дальше. Эти милитари-контейнеры. Прости, за что прости? Не, молодец, что уроки делал, все правильно. Почему прости? Наоборот, просто не уследил, ну и что, со всяким бывает. Я должен сказать, не прощу. Нет, все. Именем я обиделся, я тебя не прощу. Даже не пытайся. Давай, если сделал уроки, присоединяйся к нам, будем изучать вместе мир этой новой игры. Нам ее
нам достался ключик на халяву от разработчика. Игра будет 15 числа, так что если понравится, предлагаю всем опробовать лично этот продукт. Какие уроки? Будем считать, что я этого не слышал, да? Кстати, а что с бочками? Что я могу с них сделать? Давайте собирать все, что здесь есть в этой игре. Со всего можно баксы заработать, я смотрю. Так, а я могу здесь что-нибудь? That vent looks pretty active. Perfect spot for a grid node. Короче, надо что-то здесь устанавливать. Finders, keepers. Эй, finders, keepers. Не знаю, this container looks like it's been down here for years. Not it. This container looks like it's been down here for years. Not it. Лежат эти контейнеры довольно-таки давно, и что, их открыть нельзя? Я бы был не против. This is a shipping container, but I don't think it's the cloaked military container I'm after. Gotcha. Gotcha. Неплохой голос у персонажа. Иногда, знаете, бывает сделать такого, такой голос, что уж просто слушать невозможно. Этот хотя бы можно воспринимать. Грейвдиггер, дай бан Эминему за такое выражение. Петушок. Кстати, а там что лежит? Ха, можно туда сгонять, посмотреть. Да-да-да, сейчас мы съездим. Это маяк, это буй, утонувший. Скраб-метал. Хорошо. Слушай, нам, походу, придется выплывать за пределы и аккуратненько вот так вот все изучать. Получая за это баксы. Тележки. Продуктовые тележки на дне океана. Прекрасно. Вполне неплохо себе сохранившиеся и... Видимо, катастрофа была не так давно. Такс, это что? Это тоже утонувшие буйки. А здесь прям целая лодка. Че, я не могу это исследовать? Ладно, давайте вернемся под купол. Я знаю, что прикольно, но данный комплимент мне не очень подходит в плане петушка. Так, контейнеры, контейнеры, где контейнеры? Мы уже набрали, кстати, 72 штуки. Хм, где искать эти дурацкие контейнеры? Хм. Почему не можешь? Надо, именем надо. Ну, не забанить там, замьютить. Че, реально не можешь? Ну вот. Кстати, мне казалось раньше, что на Твиче была возможность делать различных модераторов, там, более крутых модераторов, менее крутых, то есть они были ранжированы между собой. Если было такое, то куда оно делось? Либо я себе это сейчас придумал. Ладно, сроки, просто день плохой. И что это? Это что это значит? Значит, надо меня обижать, раз у тебя день плохой, да? Да ладно, все окей. Что-то я как будто заглох, вы слышали, да? Что это такое? Ух ты ж, ничего себе. Вот эта дамочка. Здравствуйте. Я к вам тут подлетел тут спросить. Ладно, я пошел отсюда. Дом где-то там. Да все нормально, что ты извиняешься постоянно. Что будет, если у меня сядет батарея за периметром? Сонар, кстати, не работает. Черт. Ура. Мы здесь. И замутить не могу. You are owner this channel. Ну ладно. Извиняться все могут, я сам на себе проверял. А вот что-то делать после того, как извинился, чтобы больше это что-то не повторялось, это довольно тяжело. Ну, для меня, по крайней мере. Извини — это просто слово, а твои действия после твоих извинений — это куда больше.
Такс. Блин, вот мне надо найти какие-то... Найти и... раскопать военные контейнеры. Где их искать-то? Еще и ускорения никакого нету, блин. Ползаем, как черепахи. Вот в ту сторону тогда смотаемся. Там мы находили какие-то коробки, бочки. Может, в ту сторону. Еще разочек ссылку на Good Game, пожалуйста. Тайгер, тебе не стыдно? Не надо мне мутить. Надо. То скучно, видимо, заскучал. Так, сонар, работай. Вон туда мне надо. Да. Там какие-то коробки. Может, там мы найдем этот, как его, милитари контейнеры. Спасибо, Гравдиггер. Но, Тайгер, на будущее где-нибудь закрепи себе ссылочку, чтобы тебе не приходилось постоянно ее искать. Hell yeah. Hell yeah. Ощущение, что чем дальше я от базы, тем... Что-то я чувствую, у меня сейчас батарея сядет. Что это за место? Тем быстрее разряжается батарея, чем дальше я от базы, от поля. Слушай, я перестал садиться. Я что, в новое поле какое-то заплыл? Почему здесь работается? Не умеешь... Вау. Crazy how it's mostly in one piece. It's almost like it was placed here. Ух ты. Мам would have really loved this. Так. Это за Gandex. Тут даже несколько заданий можно набрать. Yes. Awesome. Awesome. Nice. 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 Я где-то видео какое-то смотрел, там чувак очень выразительно говорит на... Не на именно, вот... Именно на английском. Есть английский, есть американский, да? Английский. А он именно на английском говорит, типа того, я не знаю, как это еще назвать. Так вот. И он там рассказывает историю про то, как всем положили горячую картошку, и кто как подует на нее, как он ее ест. Ну и что говорит по этому поводу. Так вот. Слушайте, это корабль. Это прям старый корабль. Ничего себе. Прикольно. Я прям чувствую себя исследователем. Найс. Nice. Еще конты, еще деньги. Это не коробки, это деньги. Найс. Найс. Так вот, и он там очень выразительно говорит слово nice. Но больше это похоже на слово noise, но он говорит, но именно вроде означает nice, типа nice. И вот она с таким же выражением примерно произносит это же слово nice. Прям очень вкусно так это говорит. А, ох, уже на паспорт сфоткался. Как бы не пропустить как свидетельство о рождении. А где ты посеял свое свидетельство о рождении? Кто тебе дал его в руки? Так, мне нужно попасть внутрь, да? Так, я здесь не пролазю. Понял. Надо худеть. Так, давайте еще по верхней палубе мы пройдемся. Собираем коробки с деньгами. Слушай, денег становится больше. Может, сейчас ништяков себе накопим. Nice. Nice. Sweet. Sweet. Oh, yeah. So good. Awesome. Awesome. Think too. Think so too. That's awesome. Ого себе. Все слышали этот звук, да? В самолете? Да ладно. Штурвалом можем посидеть? Все-таки как? Семен Настрома штурвала! Вперед! Навстречу приключению! И 233 бакса у нас. Так, а как мне попасть внутрь? Наверняка как-то можно... I bet those doors used to open. But that cargo hatch is sealed shut. I wonder how I can get inside. Короче, она говорит что-то типа, здесь закрыто, надо найти другой способ попасть внутрь. Ладно, будем искать другой путь внутрь.
Именно, свистать всех на палубу. Где шеренги? Становись! Равняйсь! Как там? Всем по швабре, драть, палубу, чтоб, пока я не увижу свое отражение. Слушай, я не знаю, как внутрь попасть. Как это можно открыть вот это вот? Но как это сделать? Без понятия, просто вот не знаю как. У кого есть какие-нибудь идеи, я был бы не против помощи. Ну, никаких пробоин здесь точно нет. Единственное, что я попробую подплыть вот к этому месту, может быть, это что-то значит? Неспроста же здесь свет горит. Нет, видимо, просто так. Очень странно, на дне океана лежит старый раздолбанный корабль, у которого светится окно. Ты самолет пытался угнать? Это статья. Вот так вот, Эминем, сейчас тебя... Как его, повяжут. Срисовали нас, пацаны! Что? Надеюсь, мне показалось, да? Да, мне показалось. Так, там еще какие-то коробки есть. Сгоняем в эту сторону. А, наушники. Вообще, нам нужно искать, конечно, контейнеры. Не будем забывать про нашу основную цель. О, Дэймон здесь. Здравствуй, Дэймон. Sweet, sweet. Sweet, sweet. Мы тут плаваем немного по дну океана в поисках Спанч Боба, а то Патрик повсюду, а Спанч Боба нигде нет. Деньги, деньги, деньги. Yes. Yes. That's awesome. Не, я туда больше пока плыть не хочу, нам нужно вернуться к этому кораблю, потому что что-то как-то вот. Мы вернулись в энергетическое какое-то поле. Сплаваем в другую сторону. Окей. Пока игра полна загадок, честно. Это очень интересный ход. Никакого обучения, никакого объяснения. Никаких галочек, куда плыть и что делать. То есть мы, по сути, предоставлены сами себе. Такое в современных играх это стало редкостью почему-то, хотя раньше это было нормальностью. И тебе не хворать, и тебе хаю-хаю. Как да ему у тебя дела? Мы опять выходим за периметр. Так, коробку забыли. Так, слушай, а здесь вон внизу тоже есть какие-то коробки. Знаешь, кто с тобой едет? Awesome. Я, кстати, думаю вести еще штрафы. Забыл про эту идею. Сам лично хочу вести штрафы. У меня будет такой своеобразный полисмен по настромикам. По сути, уже один есть полисмен в виде грейвдиггера, который может начислять либо отнимать настромики. Вот, и за ругательством матом, особенно когда ругаются модераторы. Не буду штрафоваться. Думаю так. Это будет справедливо, потому что вы должны представлять из себя пример для всех остальных. Все-таки вы модераторы на моем канале, разве нет? Должны показывать пример остальным. Все очень плохо, только что встал. О, Дэймон, да ладно. Ну, с добрым вечером тебя. А что это было? По и три звездочки. Я думал, это завульерированный мат. Типа того, типа, тебе пофигу, только на... Более некорректно, если это сказать. Слушай, я не знаю, куда мне плыть. Что делать с кораблем-то? Надо найти способ внутрь попасть. Ну как? Наверняка нам нужно купить какие-то крутые штуки для своего батискафа, щупальца, может, какие-нибудь, которые позволят нам поднять крышку на этом корабле. И можно здесь как-то ускоряться? Я что-то не понимаю.
Наверняка вот эта штука ускорения, да? I can't open those doors. There must be another way to get through. Я не могу открыть эти двери, должен быть другой способ попасть внутрь. Вот как? Вот что мне делать? Это не двери. Ну, точнее, это двери, но это фигня. Мы на батискафе туда внутрь не пролезем. Может, как-то взорвать можно, какой-то где-то сбоку, я не знаю. Может, выстрелить из пушки. Но это абсурд уже абсолютный. Я не знаю, тут никаких больше отверстий или каких-то мест, которые говорили бы, вот здесь пролезь, мужик, ничего нету. Какой смелый, не боишься ФСБ. Парню хоть этот, всем завидовать Эминему, у него храбрости хоть избавляй, Эминем поделишься. Может здесь? Да нет, вряд ли. Корабль цел, я не знаю, как попасть внутрь. Что там внутри есть какая-то здоровая дырень, через которую я чувствую, мы можем либо проплыть внутри, но внутрь-то как попасть? Что-то я как-то в замешательстве. Я не знаю. Нужен Джек Воробей, это точно Грейвдиггер. Нужен Джек Воробей. Он бы точно подсказал, как попасть на корабль. Ну вот так вот, какой из меня капитан, который не знает, как попасть на нижние палубы? Это, видимо, знаете, как капитан, который сидит все время в своей каюте. Он не знает, как попасть куда, в какое-то еще место на корабле, кроме как в свою каюту. Чтобы лечь поспать, либо выпить рома, бурбон или что они там пьют еще. Окей. Ладно. Я думаю, надо вернуться на базу, поплавать где-нибудь в округе еще. И посмотреть. Может, мы можем купить себе какую-нибудь штуку. Так, я хочу применить вот это вот. О, да, ребят. Это то, что нам было так необходимо. Ускоритель. Так мало? И всего? Не густо. Ну ладно. Это лучше, чем ничего, в любом случае. Представляете, сколько мы бы сейчас плыли. Так, сейчас догребем до нашего вот этого защитного поля энергетического, не знаю, какого-то там. Зайдем в док. И посмотрим, что мы можем купить на свои 305 сотен баксов. Может, что-то реально то, что нам может помочь. Жизнь болит, так что пусть этот... Скажи, и так все плохо, да? Хуже точно не станет. Так, это перезаправить светилки, это перезаправить ускорение. Sonar Refit. Remove Sonar Energy Cost. Sonar comes standard with every aqua dive pod. Вот никогда не мог прочитать вот это слово на английском. Unfortunately. Unfortunately. Я англичанин, круто. A design flow makes the transfer of energy somewhat inefficient. Боже. Наверняка они также не могут некоторые наши слова прочесть. Instead of using an expensive recall, Aqua choose to offer this energy. Deficient upgrade package. Какой-то апгрейд, короче. Это самое главное, что мне нужно было. Laser Digis. Light Brightness. This upgrade replaces the dive pod's lighting system with more advanced laser diodes. Короче, какая-то крутая подсветка у нас будет, что ли. И флэры нам больше не нужны будут. Потратиться. Ух ты ж, ничего себе, вроде лучше стало, да? Ну, не знаю. Ну да, вроде светит дальше. Пусть так и остается. Когда приедут, то жизнь-то на момент уже не будет болью. Ведь 20 лет в тюрьме, это немало. Сторону. А что, сонар отключается, когда он не выбран? Ладно. Сюда хочу сплавать, посмотреть, что здесь у нас. Тут у нас какая-то статуя очень большой тети. И
что мы можем здесь найти? Вот это же должен быть... То ли это какой-то просто ориентир, то ли это реально что-то значимое. Без понятия. Рядом с ней у нас... Как бы энергии не прибавляется, значит, это ненужный объект. Пока. Чё-то мне как-то стрёмно, если честно. Я, пожалуй, ускорюсь. В направлении дома. Давайте вот на грани постоим, посмотрим, что будет, если энергия закончится. Раз, короче, game over. Все закончилось. Все ровно. У Эминема все ровно, ребят. Все равно. Ладно. Сегодня у Ди Каприо днюха. О, 42 года. О, он молод. Я думал, он старше. 42 года, это же совсем не возраст. По сути. Когда-то я так не думал. Low battery. Что это? О, nice. Слушай, батарея на минималке и все никак не сядет. О, еще что-то. Кстати, а это что такое? Да, села батарея. И что теперь будет? А, мы тупо на базе появились. И все? Мы просто после того, как садятся батареи, появляемся снова на базе. Ну, кстати, это лучше, чем просто начать игру заново. Ну ладно, не так это страшно, как казалось. Я думаю, реально что-то стрёмное будет. Думал, тянет батарея, и мы такие... No! Try again. Слушай, там что-то есть, да? Как? Ведь там не будет, то ты не сможешь смотреть стримы, чтобы копить на стромики. Ты что, монеты такие здоровые, или что это? Не, просто металл. Ну, будем брать. Забираем, хорошо. Слушай, кто-то здесь намусорил знатно. Где эти милитари-контейнеры, блин? Кстати, вы посмотрите на эти штуки. А, это топливо. Ну ладно. Фу, цел. Yes. Oh yeah. So good. So nice. Там что-нибудь есть? Ну, будем изучать просторы местных днищ. О, куда-то мы доплыли. Только, скорее всего, батарея сядет, и нам будут кранты. Верно? Да. Ну, соберем все, что можем. Yeah, hell yeah. Hell yeah. Пока батарея не села, посмотрим, что это за штука. Вообще, что это за деталь такая валяется. Ну, честно, странно, что мы не можем так далеко отплывать от станции и... просто вырубаемся. Кстати, а здесь что? Ух ты, мы нашли какое-то поле. И что-то просто огромнейшее. Воу. Интересно. Оу, Элвис Пресли в 42. Молодым умер. Жалко Элвиса. Жалко. Привет, Оливантер. Здравствуй. Да, это было не круто. На Субнаутика игра похожа. Ну, все игры про подводный мир, про изучение, чем-то схожи, я думаю, да. Тележка из магазина за 140 баксов. Прикинь. Не, реально, вот если посмотреть, сколько они стоят, наверняка это не дешевое удовольствие. Тележка. Все-таки сколько там металла, и он должен быть достаточно крепким. Ощущение, что мы нашли какой-то космический корабль. Ну, мне так кажется. Что за игра-то хоть? Игра называется Neptune Flux. И... Whoa. What is this place? Is that what I think it is? Ух ты, Левиафановый Space Colony. Ничего себе. Какая-то странная левиафановая штука. Космическая колония. Игра про то, что, типа... Сейчас нажму паузу, чуть поговорим. Я его сам себя погубил. Жалко, Элвис. Ну, все мы сами себя губим, по сути. Игра про то, как, типа, мир наверху был уничтожен, и человечеству только и остается, что искать место для дальнейшего существования. И такая корпорация, как Аква...
Она лидирует в плане колонизации морского дна для того, чтобы там можно было жить. И мы являемся сотрудником. Наша героиня, ее зовут Сара, она работает на эту корпорацию и выполняет задания по изучению морского дна. По сути, все. Это все, что нам дано. Нептун здесь указан не как планета, как я понял, а как... в плане, что что-то связанное с водой. Потому что на сайте ничего про планеты и про космические путешествия не написано. Написано было, но только сказано о том, что мы не можем покинуть свою планету. Улететь с нее. Наркотики, все наркотики. Печально. Ребят, не используйте наркотики. Будьте здоровыми. Ну, примерно такое описание. Игра выйдет в Стиме официально где-то... Ну, официально, в смысле, она просто выйдет 15 числа. А сейчас мы играем... Просто от разработчика получили ключ лицензионный, и... Чтобы мы могли показать эту игру людям, сами попробовать и как-то ознакомиться с продуктом заранее. Так что, если вас это заинтересует, смотрите. Вот. Игра. Она сделана одним разработчиком. Игра не претендует ни на что более, кроме как инди-проект. Тут относительно открытый мир, по которому мы можем путешествовать. В игре есть поддержка виртуальной реальности, полная поддержка геймпадов. Вот, что еще рассказать? Ну да, делал игру один человек в целом. По сути, все. Просто плаваем, ползаем. Никакого обучения, никаких пояснений в игре толком нету. Просто, знаете, как эксплорерная игра. Ну, типа, на изучение. Просто мы плаваем, изучаем все, что можем в этом... на этом днище. Ладно, я не знаю, что с той стороны. О, я случайно включил ускорилку. Печально. Ну ладно, хотя бы добрались до другого конца корабля. Я хотел включить сонар и посмотреть, что там. С другой стороны. Вот как-то так. Все, что я сказал, примерно описывает эту игру. Так. Ну, как мы узнали от нашего связного, или кто там с нами разговаривает. Это какой-то космический корабль, в который можно внутрь попасть. Давайте попробуем. Ну, честно, я не хочу так долго плыть. Или приберечь все-таки это ускорение. Всего одно осталось. Ладно, попробуем приберечь. Как-то пыльно, слишком мутно около этого корабля. Я не знаю, я думаю, еще полчасика мы в нее точно сможем поиграть. После этого, наверное, перейдем на что-нибудь другое. Можем перейти обратно на Half-Life 2, продолжить проходить. Видно, что один человек делал. Ну а, знаешь, по-моему, для одного человека довольно-таки неплохо собранная штука. Да, заметно, но есть люди, которые делают игры похуже, даже в компании. Можно грубо, но привести пример No Man's Sky. Ну, по сути, игра такая же. Ну, по сути. Да, там есть перемещение между галактиками. Welcome aboard the Leviathan. I am the autonomous tour manager, but you may call me Adam. I am here to serve. Wait, my mom told me about you. Adam, your systems took control of the Leviathan space colony and crashed it into the ocean. This is the Leviathan. You killed thousands of colonists. Welcome aboard the Leviathan. I am the autonomous tour manager, but you may call me Adam. Right, you mentioned that. I'm going to enjoy salvaging every last piece of your circuitry. Левиафан убил колонистов? Я правильно понял? В общем, по поводу No Man's Sky, да? По сути, игра из себя ничего не представляет. Да, летаем, путешествуем, собираем какие-то элементы, из них что-то крафтим, что-то продаем, и все. По сути, вся игра. Но там игру делала целая Sony. Чувак, и при поддержке Sony. И всякого такого. Circuit Module. Слушайте, мы что-то себе заимели. Здесь разбитый монитор. Thank you, Sarah. How do you know my name? Welcome aboard the Leviathan. I am the autonomous tour manager. I heard. You didn't answer my question.
Yes, force of habit. Thank you for freeing me from my protocol. I've been talking to myself for years, haven't I? At least I was. Until your mother arrived. She said you would come too. What do you mean? Is she here? Но здесь, по крайней мере, в отличие от No Man's Sky, есть сюжет. Там какой-то... Просто добейтесь до центра галактики. Тут, видишь, какое-то обсуждение идет. Я не все понимаю, конечно, но... Есть какое-то обсуждение, есть сюжет, есть что-то связанное с главным персонажем. Куда-то что-то движется, а там фиг знает что. То, что делали компании, позволило сделать большую цену. Но... What did you do to her? Честно, это тупо. You will see the truth for yourself. It's better this way. Че, я не могу сюда попасть? Cryo Chambers. It's locked. It's locked. How can I get inside? Здесь сломано. Destroys... I don't see a way around it. Да, Maybe я вижу. Maybe I can just go through it? But how? Through it? How? I wonder what this place was like when it was new. Никак. Probably Пока никак. Pretty nice. Я не вижу какого-то другого способа пойти дальше. Игра реально задает какие-то мини-загадки и не дает никаких ответов или каких-то подсказок, как это сделать. Интересно. Ну, мне нравится, по крайней мере. Просто я фанат субнотики, а она, и она для меня только... Точка отсчета для остальных схожих игр, так что это чисто мое мнение. Не, я ничего не имею против твоего мнения. Я все понимаю. В плане морских изучений для меня, ну, что-то связанное с подводным миром, для меня, к примеру, Биошок какой-то основ, более основополагающий, да. То есть, ну, как-то у меня все, что связано с морем, с глубинным изучением, у меня почему-то в голове возникает Биошок. Вроде так. Ну, у всех свои мысли, свои зацепки. Слушай, это часть корабля получается, да? Возможно, здесь мы найдем ответы. Да, но я не могу сюда протиснуться. Ладно. Ну, Subnautica, насколько я помню, это она более survival. Подводный survival, да? Видел, слышал про нее, но так и не доводилось попробовать. I should try to find the source of that radio static. It'll probably get louder as I get closer to the signal. Что это? Какой-то кусок двигателя. Здоровый. Sweet. Я что-то слышу. Вон оттуда. Туда мы сгоняем. А как же Сома? Сома была... Сома у меня ассоциируется тоже с Биошоком. Сома классная, я люблю Сому. Она мне очень нравится. И мы, кстати, я хочу ее пройти еще раз в ближайшее время. Она классная. Даже несмотря на то, что это просто, по сути, проходилка сюжет. Но это реально круто, мне очень понравилось. Ну-ка, сонар, что ты нам подскажешь? Ничего? Ладно. Даже если брать в расчет ценности версии, то все равно дорого, а ведь есть еще версия для консолей. Я вообще молчу про версии для консолей, это аднище какое-то. Столько денег тратить. Ух ты, самолетик. Прикольно. We're on the line 157-337. We'll repeat this message on 6210. What was that? Command, I'm picking up another channel. Command? Okay. По поводу Эминем. Да, она выживалка, но уже сейчас есть неплохой сюжет. На дне разработчики трудятся не подарок. То есть она еще... Как? Как называется? В раннем доступе? Прикольно, молодцы. Это хорошо, что они ее не забрасывают. Так, мы нашли самолет. Сломанное радио. I should see if there's a way to boost the radio signal. Just need some spare parts. Короче, какие-то нам нужны запчасти для того, чтобы починить это радио, я так понимаю. Как-то пустануть. Maybe I can clear up that signal. Looks like I just need an old radio antenna. Нужна антенна. Что-то прозвучало про антенну. Ладно, будем искать антенну. Я не против. Только где? Так, ну здесь вроде какой-то проход, тоннель. Пойдем сюда. В раннем доступе. Ясненько. Ну что ж, я желаю разрабам реально чего-то достичь. Вообще редко, когда игры активно дорабатываются. Neptune 1 to Aqua Base. I think I've got something here.
Belay that, Neptune One. We've just received word that the surface has re-established a signal to the container. Please return to base immediately. Ух ты, смотрите, смотрите. У них защитное поле, вы понимаете? Которое не позволяет и... Ох, ты ж ничего себе! Are you reading this command? That'll be all, Sarah. Return to base now. All right. I heard you, command. Ничего себе, честно, я был приятно удивлен. Это находка. Я думал, что-то мы нашли, типа, знаете, какой-то источник энергии, еще чего-то. Угу. Мы нашли целый контейнер, который был как... No harm, no foul. По защитным полям, которое не позволяло его видеть. Так, я, пожалуй, отплыву сюда, заряжусь и вернусь обратно. Ведь где-то здесь у нас... Давай, давай, вроде здесь мы могли не тратить энергию, да. Здесь. Просто только хлама, грех не взять. Ну, будем надеяться, именем, что их когда-нибудь это станет. Кстати, тайтл. А что с тайтлом? Какие-то дорогие тележки. Какие есть? Ну, это глубинно-океанные тележки, я так понимаю. Поэтому у них цена такая высокая. No foul. То Клондайк мы не можем просто оставить без внимания. Что с тайтлом, Грейвдиггер? Что там? Ты меня волнуешь? Что-то знакомое, откуда это? Батарейка садится. Ну, хватай, ну вот же, направил. Главное, направляя камеру, он не хватает. Ну, я понимаю, что надо прям вот в упор подплыть, точно навестись. Gaming Talk Shows. Да, потому что этой игры нету в списке этого Твича. И то есть я ничего не мог туда выставить, честно. Если знаете какой-то другой способ указать эту игру, но в тайтле, я попробую. Но реально, в информационной панели, когда я забиваю информацию по стриму, у меня нет никакой возможности поставить название игры, реально. Он просто не находит его, а если впишешь сам, он пишет, такой игры не существует, выберите ту, которая есть в списке. Gotcha. Ну это же ерунда какая-то. Кстати, а где мой дом? Там. Далековато. Эти контейнеры мы не можем открывать. Нужна какая-нибудь штука-дрюка. Awesome. Awesome. Yeah, that's awesome. Нельзя оставить такие драгоценности здесь, да? Сейчас отплыву обратно к полю к этому, а потом, если что, с помощью ускорения попробуем доплыть. О, спасибо именем за 30 рублей. Спасибо за поддержку. Извини за петушка. Извинения принимаются, даже если без денег. Все окей, не переживай. Просто не называй меня так больше. Звучит как-то странно. Если сменится таким вот макаром Грейвдиггер, я буду был бы рад, честно. Спасибо, Эми. Держи палец вверх. Alright. Ну как? Сменилось что-нибудь, нет? Кому не лень, ребят, проверьте, пожалуйста. В гейм тайтле название игры сменилось, либо у нас до сих пор гейм шоу. Гейм токинг шоу. Как-то так. Попробуем срезать. На, я даже ускоряться не буду, вон. Мы близко. Блин, мы были так близко, я плавал вокруг да около, не мог найти эти контейнеры. Или один контейнер, не помню. Эх, ладно. Ладно. You're back. If you dock with base, you'll find some new upgrades for your dive pod. The wireless aquatic voltage emitter grid could use an upgrade too. As you know, the wave grid is what powers our ships, so the further you expand it, the further we can explore. Please tell me this is one of your attempts at humor, because it sounds like you're suggesting that I use my own cash for all that. Maybe I'll just start cutting up the base and selling the scrap back to you. I knew you'd be a good sport. Funds from our investors are strained as ever, but your standard recovery contract still stands. This new arrangement is only a temporary measure.
It's all for Aqua's mission, a brighter future. Hello? Sarah? Я тут, все окей. Не хочу с ним, видимо, разговаривать. Game title Eminem. Ну, прочитай, он все же написано. Ему будет, значит, да, надо. Давай я тебе на следующий стрим, к примеру, дам права, Грюдигер, права в Муботе, чтобы ты мог это дело регулировать. Я был бы тебе весьма признателен за эту помощь. Попробуем так. Так, ладно, какое у нас сейчас задание? А пока советую вам подумать. Я думаю, еще думаю играть в нее минут 15, потом перейти к чему-то другому. Если вам нравится эта игра, мы можем играть до конца стрима именно в нее. Ползать, плавать здесь, что-то изучать, искать, смотреть. Вот, ну если... Просто в целом я понял, что это за игра, посмотрел, мне она понравилась. Багов здесь нету, она сшита довольно-таки интересно. Все устраивает. Ну как бы я не планировал просто сегодня по ней стрим, я сейчас хотел просто не посмотреть. Вот. И в целом я посмотрел достаточно. Если хотите во что-то другое сыграть, ваше предложение. Можно продолжить Half-Life, можно Forest вернуться. Такие дела. Либо можем начать что-то другое. Что у нас там незаконченное есть? Я даже не помню. Ну ладно. Ваши предложения. Правда нравится? Круто, я очень рад. Мне тоже очень нравится. Прям тащусь вообще, аж прет меня. Прям уж не могу. Отлично. Го второй Биошок. Не, я пока от первого еще не отошел, Дэймон, спасибо. Предложение хорошее, я его принимаю. Так как планировал играть во вторую часть, но как-нибудь в другой раз, ладно? Кстати, я перезаправлю, наверное, себе эти ускорялки. Потому что что-то как-то... Они крутые, но так медленно ползать я не хочу. Так, эти бусты. Всего 5 бустов, так мало. Ну ё-моё, совсем не айс. Могли бы дать 10, десяток хотя бы. Скажи, тогда бы ты эту игру прошел за, там, за полчаса. В КФ, не, я не хочу КФ, честно. У меня как-то пока настроя нету. Именно КФ. К примеру... Кстати, я забыл рассказать, что... Нет, я в целом говорил, но... Может, кто-то не слышал. Либо и не договорил. В будущем на наших стримах, на нашем канале, пятница будет в основном мультиплеерным киберспортивным днем. В этот день на нашем канале будут... Либо Counter-Strike, либо Battlefield 4, либо что-то в этом роде. Игровые спортивные дисциплины у нас будут. Вернуть тебе настроймики? Могу вернуть, мне не жалко. Для КФ, кстати... Для КФ этот редим не нужен. КФ сам по себе... Так, кто мне пишет в чат? В Стиме. Я сейчас посмотрю. Ну-ка. Грейвдиггер, твоя ссылка удалилась. Я не знаю почему. Спишемся потом по этому поводу, ладно? Как бы там не нужно. То есть я верну тебе. То есть для любого кооператива... Короче, если игра мультиплеерная, в которую ты можешь зайти просто так, там не нужен этот редим. Ну что, я буду тебе говорить? Нет, не заходи. А ты такой, почему я не могу зайти, если я могу это сделать? То есть, ну, этот редим нужен только для... как его? Для кооперативных игр, где вот тупо мы локально играем вдвоем вместе. Типа того. А так верну. Без проблем. Что это сделай этот дождь? Make it rain. Там же написано именем. Ну, ё-моё. Так, мы вернулись к кораблю. Честно, я не знаю, как внутрь попасть. Мне кажется, мы никак, кроме как через верх, мы попасть внутрь точно не сможем. Только надо найти способ открыть.
Жалко, у нас нет никаких манипуляторов, знаете, взять трос, взять какой-нибудь крюк, зацепить, потянуть. Может, рвал покрутить, я не знаю, это было бы глупо, конечно, но мало ли, не зря же он здесь. Эта штука именем ты покупаешь, и всем зрителям дается в течение 30 минут, насколько я понял, рандомно, сыпется по 30 настромиков. И вот 30, в течение 30 минут они сыпятся, типа того. Кстати, да, попробуй. У тебя же дофига этих настромиков. И запас у тебя большой. Заодно и посмотрим, как это работает. Потому что я точно до конца не знаю. Такс. Я хочу в ту сторону сплавать. Куда я попаду? Ничего нет. Здесь какие границы у карты? Куда я могу заплыть? О, мы нашли здесь поле. Find the source of aqua energy surges. Не знаю, что это значит, но мы будем что-то искать сейчас. Вау, ничего себе, это что такое за штука? Что-то здоровенькое. Holy. Реально, holy. This place isn't on my maps. Ну смотри, именем, как можешь копить, но в целом я пока не мог. Я бы тебя не одобрил на супермодераторство в Ревлоботе. Без обид. Пока до сих пор никаких бонусов и чего-то положительного. Я пока не вижу. Вот такой придирчивый негодяй. О, мы сразу нашли вход, да? Пролезу здесь? Нет, я здесь не пролазю. Как так? Это нечестно. Так что можешь копить, но в целом... Ага. Как бы не только в этом дело. Не только дело в количестве настромиков и возможности... Твои возможности приобретения. Притом смотри, если ты приобретешь, но я тебя не одобрю, твои настромики пропадают. Так что будь аккуратнее. Я буду долго копить... Все может измениться. Может измениться. Никто ничего не говорит. Просто пока никаких изменений. Как нам попасть внутрь? Я видел ворота. Давайте попробуем их открыть. Двери. Какие-то кусочки. Пробить не получается. Ну ладно. Но у Левантера тем временем 176 настромиков. Это хорошо. Сколько я примерно буду копить? Посчитай, не знаю. Дофига. А, ну, кого сейчас спросить? Грейдиггер, он у нас любит считать. Одновременно похоже на какое-то сооружение и на какие-то естественные образования. Внутрь, я не знаю. А смысл попадать внутрь, да? Что там внутри? Я вижу через окна, я ничего там не вижу. Там просто площадка какая-то, и все. Нам нужно внутрь? Нет. Черт его знает. В общем, изучать эту игру можно довольно-таки долго. Особенно, когда хочется отдохнуть, просто поплавать, что-то поизучать, что-то посмотреть. Эта игра в самый раз для этого. Попробуем куда-нибудь дальше. Продвинуться. Не помню, как Дезмонд хотел накопить на модерку. Да? Я забыл уже про это. Видимо, он решил забросить это дело. И мне кажется, я знаю почему. Я буду сегодня злой. Потому что Эминем перестал задавать вопросики. Шучу. Фиг знает. Скучно, наверное, ему стало. Так, куда мы приплыли? Пока все пусто. Ну-ка. Пустота. И энергия у нас заканчивается. Меня это не очень радует. А в игре, кстати, довольно-таки большой мир. Я ожидал чего-то подобного, но
игра все равно меня удивляет. Леха, тебе и идет быть злым. Правда идет? Хорошо. А, не идет. Я вон слепой даже в очках. Не идет быть злым. А так хотелось, честно. Так, что у нас батарея? Садится, нет? Садится. Куда мы едем? Куда мы едем, я не знаю. Какая-то Марианская впадина, что ли, я не знаю. Чё-то как-то все грустно, мы что-то плывем. Бит. Короче, мы сейчас тут заглохнем. Мне кажется, это край карты. Почему-то мне так кажется. Потому что здесь вообще не гребет, не плывет. Он какой-то тугой стал, этот бот. Я сделаю это на прощание. Dishonored 2. Нет, специально не смотрю их, потому что я хочу эту игру сам пройти. Испытать, почувствовать полностью, ну, то есть, ну, ты понял, о чем я. Никаких спойлеров. Не хочу, не буду, не заставляйте меня смотреть ваши стримы, я ни на чьи ходить не буду. Я вообще избегаю, если меня какой-то проект интересует, и я собираюсь его в будущем как-то с ним ознакомливаться, я избегаю любой информации по нему, пока сам не вникну самостоятельно. А ты, мне казалось, видел, ты стримил. Вот, и как тебе в целом? Чуть-чуть, вот прям скажи. Хорошо, плохо? Твоя оценка. По поводу оптимизации я слышал, вот, оптимизация жуть. Печальненько. Хотя я видел чувака, ну, заглянул так, знаешь, посмотреть, как она у него идет. У него комп что-то типа наподобие моего, но на поколение, так скажу, получше, помощнее. Процессор мощнее, и все вроде бы, и SSD-шек у него побольше этих. Все, приехали. Вот, и у него идет вообще очень даже хорошо на максималках. Я не про сюжет. Сюжет хорош. Ну, славно. В сюжете я не сомневался, потому что первая часть мне понравилась, вторая, уверен, не разочарует так же. Так что, меняем на что-нибудь, либо продолжаем плавать. Честно, мне даже самому немножко уже надоело плавать, я бы перешел в тот же... Спасибо, Эминем. Спасибо тебе за 10 рублей. У нас сегодня строковник. Спасибо. Если думаешь, что я обижаюсь, не думай так. Я не обижаюсь. Я просто надулся и после стрима лопну. Можно об этом не беспокоиться. Ладно. Слушай, grid node, что это? The wave grid provides every aqua dive pod with power. Once outside the grid, the vessel must return before depleting its limited battery or pay the rescue fee. But placing wave grid nodes on hydrothermal... Слушай, покупая эти штуки, мы можем увеличивать радиус покрытия этого энергетического поля, чтобы не разряжаться. 24 штуки эти штуки стоят, 24 штуки. У меня что на низких настройках, что на ультрах идет одинаково. Разница в кадрах только на больших пространствах. То есть в целом им надо ее чинить. Так разница никакой, игра хороша, да? В принципе, играть нормально. Ну, ладно. Все, магаза, Core i7, GTX. Ну, деваться некуда. Пора бежать ради одного Dishonored, чтобы все было чики-брики. Ладно. Давайте. Купим себе гриднот. Я могу купить, кстати, себе. Supply. А, только один можно покупать, да? Ну ладно. Sonar Refit. Апгрейднуть сонар. Да ладно. Вот это вот еще обновить. Попробуем установить где-нибудь. Где-нибудь, я даже не знаю. Надо найти место, где поставить. Слушайте, вот эта штука мне надоела. Она висит в инвентаре и прям глаза мозолит. Пускай светится и все. Вот это направление я изучил точно плохо, поэтому будем пытаться расширять радиус действия.
ставить сразу за пределами базы как-то, по-моему, странно. Надо найти в другом месте. Будем сплавать в том направлении, посмотреть, если там есть источник энергии, то мы там тупо воткнем. Ну чё, Half-Life продолжим? Или в этот будем плавать, в эту игру? Чё думаете? По идее, здесь что-то должно быть точно. Тут дно такое песчаное. Не, нифига здесь нету, представляете? По-моему, то самое место, где я был в прошлый раз. Или нет? Блин, где я? Я потерялся, честно. Чё, сонар не хочет работать? Почему он не хочет работать? Он работает, такой сейчас ничего не видит. Попытка дальнего заплыва номер два. Ускорение очень мало действует по времени, это немного расстраивает. Чуть-чуть дольше бы работало, было бы прям вот как надо. Давайте... В кае. Так, здесь может что-нибудь есть. Чем нас порадует морское дно? Ничем, кроме вот этого вот космического корабля. Ну ладно. Ладненько, сейчас мы переползем в Half-Life. Постепенно, ведь никто не против, да? Да и как-то его закончить уже хочется. Ну что, доплыву, нет? Там же точка есть этого энергетическая. Зарядился бы. Давай. Но проходить первый Half-Life, ну, первый оригинал второго Half-Life довольно еще долго. Мы, мне кажется, где-то только перевалили через половину игры. Как же медленно мы ползем. Слушай, я даже его еще пока не вижу. Да, ладно. На этом мы сегодня закончим. Так, что я сделал? Ух ты. А нам штраф дали. За спасение. Я так понял. Ладно, пауза. Save and exit. Alright. Вопросиков не будет, сори. Опять? Эминем, ну как так? Я вечно на тебя рассчитываю. Почему? Почему не будет? Расскажи нам. Такс. В целом могу сделать небольшое заключение по поводу Neptun Flux. Игра медитативная, спокойная. Больше инди-игра, чем что-то более крупное. Мне лично она понравилась. Я обязательно в нее еще поплаваю. Очень успокаивает, местами даже немножко напрягает. Будоражит. Знаете, когда находишь в игре что-то новое, делаешь какое-то небольшое открытие, вот этот подъем внутренний, то ли настроение, то ли еще что-то происходит в организме. Приятно это чувствовать, она вызывает такие ощущения. Вот. Это радует. Очень немногие игры могут вызывать подобные чувства, ощущения. Так что всем, кому нравится что-то подобное, советую. Да нет, я просто тебя спрашиваю. Ты написал, что их не будет, и мне интересно знать, почему. Никто не заставляет тебя это делать. Это мы всегда говорили, что это дело как добровольное. Кстати, Грейдигер, ты мне бросал ссылку, ты можешь бросить ее, к примеру, сделать какой-то лишний пробел. Я пойму, что его надо убрать, чтобы по ней перейти. Окей. Так, ну чё, просто, да, нам просто надо бы запустить этот Half-Life. Так, ну надо будет ещё изменить тайтлы, вот это я все время забываю, блин. Ладно, сейчас, ребят, перерывчик небольшой, минуток 5, пока меняю все эти настройки, тайтлы. Что у нас тут, музыка есть какая-нибудь, пускай играет.
Также, если хотите, можете предлагать свои варианты заголовка для стрима сейчас. Какой понравится, выберем, поставим. Не, ну если занят, никто тебя не заставляет. Что-то мне кажется, размер текстов чата великоват. Вот мне так кажется. Попробуем сделать вот так. Думаю, будет нормик. Хотя нет, я бы реально поменьше сделал. Вот так вот хотя бы. Оставлю. Вот, нормально. Хэдкрабы, держитесь. Правил повторно. Окей, спасибо. Тебя YouTube не достает с авторскими правилами на музыку? Бывает, достает. Периодически. Раз на раз, как ему захочется. У меня есть музыка просто в плейлисте, которая... Она бесплатная, вроде как без авторских прав, но, видимо, то ли я что-то неправильно вычитал, то ли еще что-то. И он бывает иногда пристает. Ну, пишет и пишет. Он говорил, он в основном пишет, типа, если вы будете монетизировать свое видео, то вы либо удаляете, либо делитесь с нами этими монетками. Типа того. Ну, я такой, окей, без проблем, монетизировать не собираюсь. Типа, просто видео. И все, либо они оставляют музыку, либо вырезают. Как-то так. И мне прислал нам вариант тайтла для стрима. Хэдкрабы, держитесь. Кто что еще подскажет? Неплохой вариант. Я пока... Кстати, может кто-то знает вариант, как сменить на всех платформах, на которых идет рестрим, стримы, тайтла, моментально за одно нажатие. Потому что постоянно вот так вот, если кто-то хочет изменить, переходить на... Открывать браузер, запускать заново Twitch, YouTube, Good Game, вбивать все это, вписать вручную, это же неудобно. Может есть способ как-то это автоматизировать? Вот, меня как бы вот эти вот проблемы и приставания не особо беспокоят. Так, пока меняю название игры. Half-Life 2. Название сам тогда приделаю. Окей. Что-то в этом роде. Стриме я видел, но там не меняет на Good Game, он меняет на Ютубе и на Твиче разом, но как-то криво, он не может сменить игру, то есть все равно для того, чтобы изменить игру, приходится заходить на ресурсы. Ну, тайтл сменить несложно, по сути, как сменить название игры, не везде это есть. Ну, ладно, это проблема, так, в будущем посмотреть. В общем, все сменил. Если я где-то забыл это сделать, и вы это заметите, скажите, пожалуйста, а так. Можем пока закругляться с музыкой и запускать наш Half-Life. Окей, поехали. Как зовут главного героя, злодея Half-Life 2? Эминем, все знаем, что без гуглов. Кто может ответить на этот вопрос? Отвечайте, и вы получите бонусные настромики за ответ на вопрос.
Это у нас викторина от Эминема. Так, загрузить игру. Мы остановились у каких-то тоннелей. Окей, грузимся. Название игры может вроде бы найду бот через команду в чате, но не уверен. Спасибо, почитаю, посмотрим. Так, на Твиче точно сменился тайтл. Игра. Все в порядке. Так. Где моя любимая... Моя любимая дробовишка? О, музыка какая пошла. Что думает Элевантер? Элевантер, как зовут главного злодея игры Half-Life? Варианты? Так, это что? Это мы можем, типа... Зашли. Все как надо. Четко. Кстати, я открою себе... Ах, черт. Нужно открыть... Как его назвать-то, блин? Гайд по этим... По тайникам, точно. Гайд по тайникам. Вроде бы все ачивки, связанные с сюжетом, мы получаем автоматом. Автоматически получаем при прохождении Нексуса Надзура. И необходимо уничтожить всех снайперов в сети 17. Для этого используем РПГ, подствольные гранатометы, либо гранаты. Все, единственная ачивка, которую мы должны получить, постаравшись, это Counter-Sniper. Я так понимаю. А что, Гигант Киллер? Что это? Я почему-то не могу прокрутить в самый низ какие-то... Ну, камушки я могу? Сюжетный. Получаем при уничтожении страйдеров в главе за Фрименом. Цедель нужно бросить... Нет, все-таки есть. У меня вообще-то до конца не прокручивается список в гайде. Ну ладно, не страшно. Брин? А имя? Так, а как ты задавал? Зомби тут самый злодей, это точно. Ну, и Джиман мутный. Джиман вообще какая-то сверхличность, сверхскрытная личность. Так, я открою сейчас гайд еще в браузере по тайникам, потому что в оверлей лазить постоянно неудобно. Half-Life 2, все тайники с лямбдами. Сейчас. One moment. Где ты, доктор, забыл фамилию? Доктор Брин. Фамилия это уже названа. Как его зовут? Что, никто не помнит? Кстати, какие были правила проведения этих опросников? За правильный ответ полтинник? Или сколько мы назначали? Я не помню. Просто напомните мне, я все забыл. Да подожди, Эмми, успокойся. Ну, про Джима довольно много известно. Ну, я честно помню его только как очень такого стрёмного дядьку, который вот какой-то прям вот перемещается как призрак. Какие условия у нас проведения конкурса, чтобы потом было понятно, сколько начисляется и за что? Я не помню, честно. Так, у нас тут манхаки. Они какие-то неубиваемые. Ау! Так, попробуем. Говорят, что Джиман это Гордон в будущем. Хм, интересное предположение. Интересное предположение. Так, одну бочку заберем. И вторую. Нормально, сойдет. Давай, Гордон, вперед. Блин. Так, ну следующий тайник будет в каком-то таком месте интересном. Оторвалась, слушайте. Я не знал, что их можно отрывать. Так, коробка, иди отсюда. Вроде 30 настромиков. Хм. Я не помню. Вот я реально не помню. Это за правильный ответ, либо за... Как его? Там кто задает вопросы. Вот так вот. Типа он убил Элая, чтобы он не сказал, кто он. Откуда ты взял именем? Расскажи. Просто я первый раз что-то подобное слышу.
патронов не жалеем. Слушай, а патронов-то не так много. Где же моя меткость? Смотрел видео. Это за правильный ответ, тридцатник. Я почему-то в голове тридцатка, полтинник. Я не помню. Именем? Да подожди ты, господи, я скажу, когда сказать. Ну ладно, раз люди разрешили тебе, то говори. Так, мне кажется, мне нужно что-то другое взять срочно. Что-то патронов вообще никаких нет. Нёп. Еще кто-то есть. Где-то есть еще один. Черт знает. Уоллес Брин? Да ладно, я почему-то думал, что какой-то Джеймс Брин. Честно, не помню такого. Оу, King Berserk on our stream. Yay, hello, my friend. How are you? It has been a while. Yeah. Sorry, I'm so... was very busy all time because I can't go to your stream like that, if you understand what I mean. I was very sick and have time only for streaming and sleeping like that. Oh. King, what's up? What's up? How are you, my friend? Are you totally okay? All fine? Проблемки. Нет. Очень тяжело прицелиться. Ну, хотя бы так. Вроде мне сейчас должны дать 75 или 50 настройников. Вот почему 75? Откуда взялась? All's good here. It's really fine. It's really awesome. Good. Кстати, насчет сложности. Difficult. Трудный, смотри, в этот раз стоит трудный. Почему в прошлый раз у нас пропала сложность? Я не знаю. Патроны. Патроны — это хорошо. Вроде здесь должен быть тайник. Я хочу посмотреть, где он находится. Седьмой тайник будет находиться в канализации. Восьмой где-то внизу. Он где-то прям здесь, но внизу. О, hello. Hello. Так что давай, будь добрым и дай полтинник. Ну, по-моему, задающий получает половину стоимости, разве нет? Даже если никто не ответил. Я не помню. Блин, надо было где-то записать эти правила, чтобы вот таких конфузов не возникало. Sorry, bro. Смотри, какой крепкий орешек. Эй! Так, как здесь спускаться? Jump? А, отлично. Не хватало еще улететь отсюда. Окей, мягкая посадка. Где-то внизу. А смысл, да? Угу. Вот он наш тайник. Да ладно, а как мне туда попасть? Слушайте, а может нам туда и надо? Я помню, что точно нам где-то тут тусоваться, но куда точно идти, я не помню. О, блин, привет!
Блин, сколько давать? Я не знаю, я пытаюсь вспомнить. Одновременно при этом играю. Ну давай, Эминем все-таки не хотел задать вопрос, у него он был занят. Давай полтинником его вознаградим, и пускай будет счастлив человек. И так у него мало настроенников, вообще прям бедный, ничего нету. Нет, если никто не откадывает, то ему все дает. Ладно, давай вот так вот пока. Окей. Блин, по-моему, это будет сложно. А внизу смерть. Туда нельзя. Туда не хотелось бы. Ладно, делаем так. Сейф. Упс. И пробуем прыгнуть. Пробуем долететь. Каким-нибудь образом. Или... А, все, мне кажется, проще, чем... Все, я понял. Нет, Гордон. Гордон, сюда. Гордон, пожалуйста. Гордон. Ладно. 41 из 45. Это тайник 41 из 45. Так что мы довольно близко к обнаружению всех тайников. Это хорошо. Да, Грейвдиггер, давай полтинник забросим Эминему, чтобы он не грустил. Что вот здесь... По-моему, здесь должен быть черный хэдкраб. Черный хэдкраб, нет? О, no! Внимание, в крови обнаружена... Система жизнеобеспечения включена. Спасибо. Морфий введен. Спасибо. Thank you so much. Не, на геймпаде реально жестко играть. В шутеры от первого лица это прям вот хардкорище какое-то. Какая фамилия у Барни, без гуглов? Блин, а я ведь помнил его фамилию, правда? Забыл. Так, а кого стреляют? Меня, что ли? О, hello! О, мой кощ! Ща я... Комбайн. Пускай они веселятся, а мы понаблюдаем, да? О. Один стал обедом у Барнакла. Алевантер был прав. Главная злодейская сила в этой игре — это зомби. Барни. Это же так просто. Ну да, если в Google посмотреть, то это реально просто. Ладно, что у меня есть? Дробовик. Nothing here. Такс. No! Мистер Хэдкраб. О. Здрасте. Здравствуйте. Помните место? О. Чего? Это место мне казалось раньше очень стрёмным из-за вот этих вот черных хэдкрабов. А вот эту палку ломаешь, короче, из этой полки выпадает целая куча черных вроде бы. Сейчас проверим. Нет. Да. Они мертвые. Они разбились насмерть, ребят. 4 хэдкраба черных или 5. И все насмерть разбились. Но никто не знает именем. Наверное, так. Поэтому все молчат. Фамилия Барни. Фамилия Барни. Я пытаюсь сам хоть вспомнить. Какой-то Колоуэй, может. Я не знаю.
Нет, я просто тоже хочу поучаствовать. Приятного аппетита. Bon appétit, барнакл. Так, что здесь? Так, у меня есть вообще что-нибудь оружие, я не знаю. Слушай, а можно? Вряд ли, конечно. Я не знал, что так можно сделать. Это было просто пришло в голову. Если не знаете, то так и говорите. Да никто признаваться не хочет просто. Такие хитрые вот эти вот черные, они сразу, как понимают, что пахнет жареным, они сразу линяют. Так, тут никого нет. Calm down, Ламар. Не густ с патронами. Оу. Фух. Я что, подсказал, да? О, Грейвдиггер вернулся. Грейвдиггер, какая фамилия у Барни? Если знаешь, рассказывай. Ты меня вот здесь уже заждался, уже не может. Какая фамилия у него? Кстати, именем... Будь добр, дублируй вопросы на английском. У нас все-таки зарубежный зритель есть, который говорит только на английском, и русский знает не очень хорошо. Пастор. Еще один тайник. No. Как же я боюсь вот этих вот монстров. Все, все мертвы? Нет. Еще один. Вот эти вот... Черт. Внимание, thanks so much. Я не помню. Че, реально никто не помнит? Ну, если никто не знает, именем ты можешь называть. Но скажи, если я сказал правильно. Call away. Вроде так. Нет? What family Barney? Google Translate. Nice Google Translate. You're doing good. Thank you, Eminem. Странные звуки. И еще один тайник. И у нас в целом сейчас 43-45. Еще два тайника осталось на всю игру. Так что готовимся. Так, по-моему, здесь нас еще должны быть черненькие встречать. Да? Да! Черт! Меня не решили слинять, да? Я наверх, а не вниз. Гранаты все равно не пользуются. Че они у меня отваляются, да? А как так вышло-то? У меня граната прямо здесь под боком была. Все? Нет, не все. Попался. Барни Калхун. Как-то странно. Ну ладно. Барни Калхун. И Эминем зарабатывает еще полтинник. Поздравляем тебя, Эминем. Куда ты складывать деньги-то будешь? Не у тебя вообще... Как там, куры не клюют, да? Как тихо стало. Оу, найс. А что за коробка? Просто коробка. Ах ты ж, гадость. Легкие повреждения. Гадость какая маленькая.
Иду на двадцатку. Смотри, ну, желаю тебе удачи, Эминем. В наборе двадцаток, все дела. Главное, чтобы потом было на что потратить. Ты понимаешь, да, о чем я? Блин, я никак не мог вспомнить, где это место, вот то, что вот сейчас здесь происходит. Я не мог вспомнить, где оно. Мы добрались, наконец-то. Finally, we are here. Вот это место реально у меня засело в памяти очень сильно. Я не знаю почему. Вот этот индастриал, вот эти вот... Пар идет из труб. Вот это вот освещение. Вода капает. Блин, я не знаю, что-то здесь есть в этом. Что-то особенное. Так, еще какой-нибудь вопросик. Не очень сложный, но вполне отвечаемый. Не завалистый такой. Сейчас ты нас порадуешь, мистер Эминем. Так, ага, я понял. Я все понял, спасибо. О, найс. Где эти негодяи? Я видел твою ногу. Я видел, ты где-то здесь был. Камбэкер. Goodbye, my friend. Bye. I need this. Слушай, полный рожок, да? Совсем не лишний. Нам пока больше никто мешать не будет. Я когда накоплю на двадцатку, ничего не изменится, то я накоплю на тридцатку и куплю простую модерку. Какую простую модерку? Где ты ее купишь? Зачем тебе простая модерка, если она у тебя уже есть? Или ты имеешь в виду простую модерку на этом? Тоже на моботе? Так на нее тоже распространяются те же самые требования. То есть, как бы я на любую модерацию рассматривал кандидатуру лично после активации редима, после его погашения. Такие условия? О, ну! Чего? Откуда? Где? Гадость такая. Ты посмотри, что это он делает вообще. Я как-то его прозевал. Где он был? Он где-то ходит, топает, но я его не вижу. Блин. Эминем такой, понятно. Понятно. Все со своими условиями. Да, он ушел. Ладно, я вызову лифт. Хорошо, пока он там ходит. Просто я только броню начал себе накапливать, он меня расколошматил опять в ноль. Ну, хоть подлечимся. Какой долгий транспортер. Ну, ладно. Главное, что он у нас он есть. По-моему, игра выглядит довольно кинематографично. О, черт. Братья акробаты. Гадости такие, а? Вот так вот. Разобрались как надо. Так, а и как мне его запустить? Я должен буду сам... Сейф. Сейф тайм. Нет. Сейф. Yes. Thank you. Может быть еще посредиться? Да? Так, ну,
ждем с гостей. Да, вот и гости. Вот себе. Он всю броню мне потратил. Вот человек, а. Ни стыда, ни совести. Для тебя есть вариант попроще. Будешь берешь, запускаешь свой стрим ревую, а после начисляешь сам себе какие-то эминемики. Why not? Все. Hide, hide, hide. Я думаю, этот комбайн явно был доволен. Теперь у него есть свой собственный шип. Свой собственный болт в заднице. Так, пока мы будем карабкаться, нам должны будут еще пристать чуваки в белых халатиках, костюмчиках. На жизни у нас не густо. Если кто-то захочет понизить уровень сложности, вы всегда можете это сделать. Знаете где? Слушай, а понижалки-то нет? Я не придумал такую редим, как понижалку. Черт. Ну ладно. Так, с лестницы. Здесь должна быть лестница. Вот она. Отлично. Ну вот, все, началось. Черт. Пожалуйста, Гордон, живи! Фух! Еще бы увидеть, как он улыбается. Это точно. Кстати, что здесь? А, мистер Тайник, посмотрите. Чуть не пропустил. Кстати, а мы не пропустили до этого еще никакой. Нашли, нашли. И эти все нашли. Да, это следующий. И потом только будет в следующей главе. Вперед за Фрименом. Окей. Что там такое? Там мина-ловушка. А мне только здесь, да? А как дальше? Главное не упасть. 14 хп. И там лежат аптечки. Блин, как далеко. У тебя на максимум стоит сложность? Да, да, на максималке. Фокс у нас здесь на канале. Привет тебе, Фокс. Как дела? No! А что у нас на канале? Только я, Eminem и Gravedigger? Мне казалось, у нас здесь больше людей. How about hello for Tiger and Kinberg? Слушай, он включил лифт. Он включил лифт. В общем, когда я поднимаюсь наверх, к нам выскакивают два чувака в белых костюмах. Хардкорщики такие. Всего один болт. Ну ладно. Alright. Triple Nostromo gameplay. Поддержку просит. Поддержку ему. 9 HP. Nice. So good, so good. Да-да-да-да. О, Никитос к нам с Ютуба пишет. Привет, Никитос. Как твои дела? Ничего мощнее нету. Только если это. Просто раз у меня было больше жизни, и я продержался немногим дольше. Ладно, я сейчас попробую этого мужика одного снять быстрым выстрелом из арбалета, но при этом не промазать. Вот он есть. А! 54% это куда лучше. Сейф. Сейф, 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 сейф. Я сейф. Да вот тоже неплохо. У меня новый хейркат, как видишь. Панкуем.
Как там? Хипуешь, старая пресса, да? Не знаю, это было, да нет? Просто обновил сейчас. Давай! Жаль, ты не пришел раньше на стрим. У нас была, так сказать, небольшая презентация новой игры. Netflux. Она будет в Steam доступна 15 числа. Но я не перестаю хвалиться, что мне подарили ключ бесплатно еще до выхода игры. Где они, блин? А, еще. Вот так вот. Игра довольно интересная, спокойная, для расслабона. Не как Half-Life, в которой постоянно приходится напрягаться, страдать. Откуда он стрелял, я не понял, этот последний мужик. Что он взялся? В общем, я здесь постою где-нибудь. В засаде. И посмотрю, откуда они берутся эти. Наверху что ли? Да, наверху. Время умирать уже. Да, либо мне время умирать. А что за игра? Neptune Flux. Как-то так она называется. Neptune Flux. Как называется седьмая глава Half-Life 2? Эмни, ну это завалистый вопрос. Я не думаю, что кто-то сможет ответить. Очень тяжелый вопрос. Так, а как мне перебраться? Да ладно, неужели пока эта штука двигалась, я должен был пропрыгать вот так вот? Если да, то это ад. Хотя нет. Да ладно, опять. Нет. А чем это меня сейчас пришибли, интересно? Блин. Трабл. Smells like some trouble. Come on, Gordon, come on. Спасибо, Гордон. Ты perfect. Love you, Gordon. So much. Патроны, которые я пропустил каким-то образом. Ну ладно. Главное, что мы их подобрали. А вы думали, жизнь боль, хочешь на стромике, вспоминай. Не, Эмми, вот реально вопрос, который, знаешь, типа, называл совсем. Не надо таких вопросов. Или поменьше хотя бы. Эта менюшка, она какая-то странная. Она такой раньше не была. Она как-то раньше получше все это выбиралось. Идет. В самый раз. Неужели мне сейчас придется сохраниться после каждого убитого врага? Потому что это реально тяжело это место пройти на геймпаде, блин. А ведь игра реально официально присутствует на геймпаде, в смысле, на какой-то консоли, на Xbox вроде бы, да? Официально она выпущена, и кто-то на в нее играет. Как они играют в вот это, я не знаю, честно, это реально тяжело. Это очень тяжело, честно. Автоима здесь нету, и я не попадаю. Ну, было два легких вопроса, я сейчас посложнее. Это были нормальные, по-моему, вопросы. Те самые, как, ну, какие я всегда хочу видеть в твоих опросниках. А такие, это уже, блин, какой-то завал. Кто обращает внимание на название глав? Какие-то ультра-хардкорные фанаты. Ну, вот я не уверен, что ты можешь назвать наугад все названия глав. Название всех глав. Thank you. Окей. Хорошо, что я здесь сохранился. Знаете, а все-таки 2 часа для стрима это вполне достаточно. Потому что я чувствую, что это накопившаяся усталость. Я думаю, еще где-то... Это еще минут 15 мы поиграем, и все, наверное, потому что я уже чувствую, как голова мутная становится. Я хотел бы до 9 часов поиграть, но реально это... Я не могу, честно, не выходит что-то. MLG Headshot. Very nice. Так,
Я еще раз засейвлюсь, чтобы не заруинить. Хотя... Не должен вроде заруинить. Что тут делать-то? Раз сюда, сюда и пошел. Название главы простое. 7-я глава, говоришь, да? Да черт, вспомни, что там было еще в этой 7-й главе. Я понимаю, что простое. Они не... у которых на всю спину портрет Гордона. Да-да-да-да. Эй, 44-й и 45-й тайник. Мне казалось, что игра довольно долгая еще впереди. То есть довольно-таки много проходить придется. Но... Че, да ладно. Может быть... Вот так? Ну ладно. Ну, хочешь называй, я не знаю. Я думаю, если кто-то мог бы, кто-нибудь давно бы уже ответил. Кабум. Так, что нас ждет здесь? Да возьми уже что-нибудь серьезное в руки. О, спасибо, Гордон. Поналожили здесь этих мин. Загрузка? Загрузка. Куда же без нее, да? Шоссе 17. Ну вот, я знаю, там название не особо сложное, но... Гейб на сердце. Да? За Фриманом! А название главы не пишется, понимаете? И вот как угадать? То есть ты можешь запомнить название глав, но тебе придется их считать на пальцах, что ли? Ладно, я понимаю, они писали бы, глава такая-то. За Фрименом. Глава 11 вроде бы, кстати, если что. Это если я мне вдруг решит задать, чтобы все помнили название главы. Вот. А так фиг отгадаешь, блин. 7-я глава. Ну, кто их считает, честное слово? Если название может запомниться, то число вряд ли. Тайник будет находиться возле руин одного здания, где вы должны будете сражаться со Страйдером. Я вспомнил это место. Ой, боже. Жесть, там будет жесть. Вообще. Где настроймик? Не знаю. Парни, сказал, вы в пути. Нас рассели снайперы. Он в ангаре прижат к земле огнем. Идите, он рассчитывает на вас. Хорошо, хорошо. Ведите нас! Веду вас. А здесь сейчас будет целая куча снайперов, которых нам придется уничтожать. Подождите меня, доктор Фриман, я пойду с вами. Хорошо, хорошо. Это Dishonored, похоже, ведь, правда? Один в один вообще. Так, ладно. Не, ну сейф у нас был. Чё тупить? Через на этой улице будет снайпер, да, отлично. Перекрестный огонь. Черт. Мэндоун, медик! Воу, изи. Будем сейчас пытаться его выкурить. Ауч! Ау! Ну окей, ладно. Реально, мне прям в лоб сейчас выстрелил. Так, гранаты. Мне нужны гранаты. Гордон, давай гранату. Слушай, откуда он выстрелил-то сейчас? Хеллоу! Ау! Ты посмотри на него. Обнаружена кровопотеря. Держи, это тебе. Осторожно. Он получил по заслугам, да. По делам. Ха! 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 Nope.
Вы из Барни старые друзья, не так ли? Да, очень старые. Он мне пиво должен. Синяк теперь будет. Да, действительно, в лоб. Я уже сомневаюсь, что у него это выйдет. Вперед, доктор Фриман! В Барни сомневаться не стоит. Понимаете, между первой частью игры... Эй, идем за Фрименом! Да, хорошо, сейчас пойдем. Между первой частью и второй игры прошло, ну, по игровому времени, 20 лет. И Барни до сих пор помнит про то, что должен мне пиво. Я буду прикрываться этим палетом. Черт. Так, но этого снайпера мы сможем выкурить в другой раз вроде, да? Я попробую. Вдруг выйдет. Один готов. Молодец какая. Слушай, не стой здесь, снайпер. Ничего, с приложим синяка не будет, а у минимум 7000 настромиков. Слушай, попал. Эй! По делам ему. По делам. Такс. В общем, смотрите, на следующих стримах, точнее, на следующей неделе, со следующей недели, в каждую пятницу у нас будет киберспортивный стрим. Это будет либо Battlefield 4, либо Counter-Strike, либо Killing Floor 2. Так что имейте в виду на будущее. По-любому, в третьей части все пиво дадут. Все пиво. Не факт, не факт. Может, прикинь, тролл такой будет от Гейба. Он все-таки выпустит третью часть, но Барни так и не сможет вернуть пиво. Все заводы закрыты, смотри, какая разруха в стране. Он так и оправдается, типа, да ну нафиг, как так? Вот этот вопрос я спрашивал раз пять. Как зовут Страж Муравьиных Львов? Стражи Муравьиных Львов. Честно, я не помню. Ну, понятно, что без гуглов. Зомби! Зомби! Как же я боюсь вот этих вот быстрых зомби, они меня прям пугают. So scary. Фух, я думаю, здесь кто-нибудь сейчас будет. Вообще, ачивка есть прибить кого-нибудь сортиром. Самбака, ну вроде мы уже получали эту ачивку, так что... Что? Где? Да, сейчас мы придем. Мужик, держись. Hold on, man, hold on. Я тоже не помню. Ну как я четко сбросил этот шкаф, да? Помогите! На помощь! Ты как, помогите! Да, мы здесь, все окей. Мы думали, тут будет безопаснее. Мы и не подозревали, сколько их тут. Остальные так... ушли вверх по лестнице. Испытать удачу со снайперами. Думаю, они ищут. Откуда вы поубирались? Я ж тут только что прошел. Зомби! Время умирать. Ну, не нам, конечно, а вам, зомбаки. Вот, зарядились. Девушка четкая, смотри, крепкая, держится. Все окей, все в порядке. Чуть не погибло, ну ладно. Страж Муравьиных Львов, Страж Муравьиных Львов. Я помню этот вопрос. Мне все время казалось, что я отвечал... Не помню, что я отвечал. Ну, то есть ты решил на халявку за один тот же вопрос рубануть несколько этих? Ну да, с одной стороны, это наша проблема, что мы не помним повторяющийся вопрос, да? С другой стороны, совесть есть именем. Извините, док. Нет, я вас не извиню. А куда мне дальше-то идти? А, вот сюда, все. По-моему, я в нее попал. И это не очень понравилось, она же закричала что-то. Совести нет. Бессовестный мистер Эминем. Ну ладно, получай свой полтинник. Как они называются, напомни нам. В очередной раз. Ты сам-то помнил, честно скажи, либо прочитал опять заново, вспоминал, то есть. Так, подствольник нам еще пригодится. Слушай, они сейчас сами перестреляют. Ну вообще классно.
помогу чуть-чуть. Ну да, типа того. Так, этого снайпера мы убрали. Все отлично. Где он здесь? Да что тут под ногами мешается? А, понял. Товарищ мешается. А, меткий глаз, кривые руки, да, Гордон? Я ж не попал в себя, мужик. Чё, чёрт-то? Он просто ругается. Я помнил, запомнилось мне это название. Спасибо. А как название-то? Где оно было? Ты назвал? Давай, Тайгер, но обязательно возвращайся. Пойдет. Там Барни сидит наверху. Да, 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 мы идем. Барни. Я не могу двигаться. Чертовы снайперы не дают мне поднять голову. Негодный снайпер. Брось парочку гранат. Подобьем их. Да подбили уже вроде всех. Мирмидонт. Это вот эти вот здоровые такие, из которых феромоны мы доставали. Мирмидонт. Я почему-то думал, что их мы называли. Они назывались как. О, ничего себе. Возможно, они называются как короли муравьиных львов. Слушай, они ворон, что ли, отстреливают? Ворон летела, в нее выстрелил снайпер. Сволочь, я должен отомстить за ворон. Бедные воронки. Бедные вороночки. Ну, держитесь, гадкие снайпера. Смотри, смотри, смотри. По вороне стреляют. Они что, развлекаются так, что ли? No way. О, черт, ничего себе. Слушай, в меня попали. Это было неприятно. Окей. Эй! Неплохо я заработал. Нормально. Угодненько. Так, мне сейчас главное не погибнуть. Тупо не погибнуть. Слушай, гранатомет у меня есть? Нет, гранатомета нет. Ага, я понял. По-моему, прям слева от меня сидит хэдкраб, да? Да, 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 я прям зашел, стоял рядом с ним, ему пофигу, он не видит. Отстань. Просто отстань. Вообще лучший вариант был бы, конечно, подбежать к Барни в упор и бросать оттуда гранаты, но я хочу сыграть. Сюда! Зашибись. Вообще надо что-то взять в руки. Ау! И прикрываться чем-нибудь. Это лучший вариант. Или пригнуться и вот так вот. Блин, я не знаю. Гордон, сними этих снайперов! Пожалуйста. Эй, не забудь про гранаты! Не забыл. Фух, хорошо, 6%. Спасибо, Гордон. А теперь валим отсюда. Хорошо, сейчас свалим, Барни, не переживай. Мне подлечиться. И открыто достижение Counter Sniper. Отлично. Кстати, а здесь нигде нету у нас тайника. Может, я пропустил? Единственный тайник будет находиться возле руин одного здания, где вы должны сражаться со Страйдером. Со Страйдером. Ну, это уже дальше где-то. Ладно, я думаю, мы на сегодня закончим. Стрим и так вышел чуть дольше, чем стандартно. Начали в 6, а сейчас уже полдевятого. Будем, наверное, закругляться. И пойдем мы вместе с Барни уже в следующий раз. Да. Ладно. В общем, посмотрели мы эту игру. Нептун, Флукс, Флюкс. Мне поперло нормально. Не знаю, как для стрима, но для одиночной игры она вполне подходит. Чисто сесть, поиграть, отдохнуть. Поплавать, так сказать, понырять. Обратите на нее внимание. По возможности. Особенно для тех, кто любит подобного рода игры. Барнакл. Легкий вопрос. Как зовут фигня, которая висит на потолке? Ну вот так вот. Крейвдиггер. Поздравляю тебя. Можешь начислить себе полтинник. Начислить себе.
Давай, Никитос, спокойной ночи. И также всем желаю приятных снов. Баю-бай, не болейте, отдыхайте. Спасибо, что приходили. Был рад всех вас видеть. Следующий стрим по плану понедельник. Может быть, но не обещаю. Вообще ничего не говорю, ничего не обещаю. На выходных. Завтра точно не будет. Вот в воскресенье будет, не будет, не знаю. Следите за новостями. Давайте, приятных всем сновидений. Ну, все. Пока. Thank you.